Привет, меня зовут Адам Уизер, я автор сюжетов Cloud Imperium Games. Добро пожаловать на очередной выпуск «Путеводителя по галактике». Для тех, кто не знаком с нашей программой, я поясню, что здесь мы даем возможность одному из членов команды по лору сесть, организовать для вас персональное путешествие в одну из систем, которую вы в дальнейшем будете исследовать в игре Star Citizen или, возможно, в Squadron 42. В сегодняшнем выпуске мы рассмотрим очень особенную систему, входящую в состав UE, потому что в центре ее располагается уникальная звезда, вокруг которой находятся населенные планеты. Итак, на этой неделе мы с вами отправимся в систему Банши. Как обычно, наше путешествие начинается с Земли. Мы используем нашу чудесную звездную карту, куда вводим название Банши, и прямо сейчас отправимся в эту систему. В систему Банши входят 4 планеты. Она официально включена в состав UE. Мы увеличим масштаб, и вы видите, что в центре системы находится то, что делает ее особенной. Я имею в виду пульсар. Вы можете видеть, как на нашей карте эта звезда становится то больше, то меньше. Конечно же, это не то, что пульсар представляет из себя в реальной жизни, ведь настоящий пульсар вращается очень-очень быстро, и он очень сильно намагничен, вследствие чего и производит эти лучи электромагнитной радиации, исходящей из обоих полюсов. Таким образом, получается эффект маяка, когда эти лучи вращаются по кругу. Такие объекты очень легко заметить с дальнего расстояния, потому что вы можете засечь вращение и увидеть, где находятся эти лучи радиации. Но в то же время рядом с такими объектами очень тяжело жить из-за радиации, которая является смертельной для живых организмов, причиняет вред кораблям. Эти пульсары очень интересны, потому что в прошлом они были огромными звездами, которые затем превратились в суперновы в результате гигантского взрыва. После этого они пострадали от гравитационного коллапса, когда вся масса Солнца стягивается в одну точку, становясь более сжатой и компактной формой материи. Даже в наши дни мы полностью не изучили данный процесс и не знаем, как это происходит. Все элементы, входящие в состав звезды, начинают вращаться и производить эти лучи электромагнитной радиации, исходящие из магнитных полюсов звезды. Эти полюса не находятся на привычных нам севере и юге, они немного смещены от центра, поэтому для нас легче их обнаружить. Star Citizen, Банши — единственная система, в центре которой находится пульсар. Здесь также есть несколько точек перехода. Некоторые ученые выдвигают теории, что пульсар, находящийся в центре системы, может вызывать нестабильность этих точек перехода или, по крайней мере, не способствует их образованию. Но каким-то образом нам удалось открыть эти точки перехода, и было решено заселить эту систему. О причинах заселения я расскажу немного позже. Если уменьшим масштаб, то вы увидите, что Банши связана с 4 системами, среди которых Лир, который не входит в состав UE, затем Гарон, который находится в стадии развития, и еще одна точка перехода ведет на Тамзу, в центре которой находится черная дыра, поэтому вы пока не сможете ее посетить. И последняя точка, с которой связана Банши, это Фора, из которой Банши была открыта в 2317 году.
В том же году было множество рабочих терраформирователей, находящихся в системе Фора. Многие из них решили объединиться и создать ассоциацию Imram. Она состояла из групп исследователей, любителей, которые проводили поиски точек переходов, когда они помогали проводить терраформирование на планетах Фори. Ведь в то время человечество только начинало расширять свои границы в космосе, и каждая точка была на вес золота. Что касается системы Банши, которая имеет ирландские корни, Имрам — это древняя ирландская народная сказка, в которой рассказывается, как герой отправляется в поисках приключений, часто на лодке, часто отправляется в иной мир. Решение назвать ту группу людей, открывших систему ассоциации Имрам, отлично отражает связь Ирландии с использованным именем. На самом деле, именно Адализа Дайан открыла точку перехода из Форы в систему Банши. Сразу же после обнаружения, после того, как пройти эту точку, она отправила ее координаты всем членам ассоциации. Они сразу же понеслись в эту часть системы, чтобы посмотреть, что она там обнаружила, но ее они там не нашли. И они не были уверены, что находятся в этой области, но все же им удалось засечь следы аномалий и радиации, поэтому они решили, что что-то ужасное случилось с Дайан. В то же время другие члены ассоциации Имрам связались с правительством человечества. Шел 2317-й, UE еще не образовалось, и не было единого Центра управления человечеством, поэтому они пытались связаться с любыми властями, чтобы сообщить им, что что-то необычное происходит в этой области. После этого правительственные военные следопыты прибыли сюда, начали обследовать этот участок космоса. Они просканировали координаты, которые она указала. Они смогли обнаружить точку перехода, и военные все это время были рядом. И только затем они поняли, что в центре системы был смертельно опасный пульс. Никто точно не знает о судьбе Адализы Дайан с тех пор, как она вошла в точку перехода. Большинство людей предполагает, что после того, как она прибыла в систему, ее корабль оказался слишком близко к пульсару, подвергся влиянию радиации и навсегда остался дрейфовать на просторах космоса. Чтобы почтить ее память и оказать должное за открытие системы, члены ассоциации Имрам решили назвать систему Банши, ведь именно так называли Адализу на арене, где проводились матчи по сатаболу. Все ее называли Банши, поэтому все подумали, что это будет лучший способ почтить ее память, и в то же время это было бы предостережением для всех об опасностях системы, ведь пульсар вырабатывал много опасной радиации. С тех пор, как существующая в то время форма правительства осознала, что в системе было очень опасно, они приняли довольно странное решение. Они решили вообще не говорить людям об этой системе. Это имело смысл, ведь никто не хотел, чтобы люди находились в этом опасном месте. Ведь они сюда не полетят, если у них не будет на то причины. Нет места, куда надо лететь, никто никуда не полетит. И так было на протяжении почти трех столетий, хотя ходили слухи, что правительство UE обнаружило еще одну систему, но не хотело, чтобы люди туда летели. И в 26 веке крайнее перенаселение Земли привело к тому, что человечество вело отчаянные поиски новых мест, которые можно было бы освоить. И слух о возможном существовании еще одной открытой системы стал набирать обороты и в конечном итоге привел к судебному процессу, названному «Минта против UPE». Объединенные планеты Земли была форма правительства в то время. Именно во время того спорного разбирательства было наконец решено, что правительство не имеет права скрывать точки перехода в различные системы от простого населения. Люди хотели быть уверенными, что
Правительство не скрывает от них новые системы, которые могли быть богаты ресурсами, прочими полезными вещами, не ограничивает туда доступ для частных корпораций и простых людей. Люди хотели удостовериться, что если правительство обладает какой-то информацией, то оно поделится с остальным населением. Именно поэтому теперь, изучая звездную карту или во время процесса игры, вы знаете, где находятся точки перехода, принадлежащие Вандул. В будущем это им, возможно, еще аукнется, но после этого процесса правительство не могло скрывать точки перехода от простых людей. В конечном итоге люди получили доступ к системе в 26 веке. Они увидели, что здесь всего лишь 4 планеты, и что зеленая обитаемая зона очень мала. Конечно, люди не очень обрадовались, увидев все это, особенно когда узнали о высоком уровне радиации. Затем, как это часто бывало в человеческой истории, грянула война, в результате которой изменилась обстановка, стали использоваться новые технологии, и все привело к тому, что система наконец-то могла быть освоена. Во время первой Тиварианской войны исследователи из секретной правительственной лаборатории начали разрабатывать систему, которая позволила бы использовать солнечную электромагнитную радиацию в качестве оружия. Считается, что эта работа не принесла положительных результатов, однако в результате были созданы огромные устройства, позволяющие улавливать эту электромагнитную радиацию и превращать ее в энергию. В особенности эти технологии применялись на одной планете, которая называется Ларона. Вот она. Жители планеты установили множество этих устройств по всему миру. Я уверен, вы увидите изображение этих устройств на начальной картинке этого ролика. Они устанавливаются в землю и похожи на большие солнечные панели. Они поглощают радиацию, поступающую из пульсара, и затем преобразуют ее в энергию, питающую всю планету. После начала применения этой технологии в систему стали прибывать корпорации, которые использовали подобные панели для питания своих буровых установок. В особенности это было заметно на третьей планете в системе, Лароне. Таким образом, они добывали полезные ресурсы, находящиеся в системе, и именно так началось заселение этой крайне неприветливой части галактики. Ну, а теперь мы более подробно рассмотрим систему. Начнем с планеты Банши-1, которая находится невероятно близко к пульсару в центре системы. Это скалистая карликовая планета. Сканирование показало, что в ее недрах находятся небольшие залежи полезных минералов. Однако из-за ее близкого расположения к пульсару она абсолютно непригодна для жизни, и добыча минералов также стала невозможной на этой планете. Вот такая Банши-1. Теперь перейдем к Банши-2. Простите, вот она. Это железная планета земного типа. У нее железное ядро. Вся поверхность планеты подверглась сильному облучению, исходящему от пульсара. Однако у этой планеты есть своя небольшая тайна. После принятия исторического закона о правде в 1941 году было обнаружено, что в эпоху Мессера от планеты был отделен кусок ее поверхности и отправлен в неизвестном направлении. Никто не знал о причинах такого поступка, и что правительство Мессера могло сделать с этими сильными облученными железными кусками планеты. Это одна из тех загадок истории, которые люди до сих пор не могут разгадать. Они спрашивали себя, что Мессер хотел сделать с этими отдельными частями Банши-2. Оп, очень далеко, вернемся назад. Теперь поговорим об одном месте в системе, которое вы можете посетить и провести здесь некоторое время. Это Ларона, о которой мы упоминали ранее. Третья планета в системе — это планета земного типа, на ней огромное количество ресурсов, и именно из-за этих ресурсов планета стала первым местом, где начали устанавливать гигантские солнечные панели, накапливающие энергию. Теперь горняки могли работать в полную силу. Пребывание на поверхности планеты, однако, смертельно для людей, поэтому все посадочные зоны и людские поселения находятся под землей. Говоря языком местных жителей, вы отправляетесь не на планету, а под нее, ведь именно там обитает все ее население. Большая часть населения — это шахтеры. Из-за большого объема
объема ресурсов и денег, которые приносят планеты жизнь под землей, никого не угнетает, наоборот, здесь чувствуется присутствие роскоши, здесь отличные рестораны, люксовые магазины, здесь работает много высокопоставленных начальников. Однако большая часть жителей планеты — это простые шахтеры, работающие в мергокорпорациях. Со временем они все больше углубляются в недра планеты, извлекают ее ресурсы, затем на планету прибывают новые горняки, которые продолжают работать в этих шахтах на старом оборудовании. Именно в этих шахтах они строят новые поселения. Мне кажется, вам будет очень интересно посетить эту планету. Однако, если вы не коренной житель Лароны, вам не следует бродить по ее тоннелям в одиночку, потому что некоторые поселения не очень приветливо относятся к чужакам, а еще там можно попросту заблудиться. Также планета известна тем, что здесь делают блюдо, известное как бутрамп, которое представляет собой сладкую или пряную слойку, и можно приобрести в различных кулинарных киосках, которые продаются по всей длине туннелей Лароны. Многие шахтеры покупают их по пути на работу вместе с теплыми напитками. Расскажу интересную историю, связанную с Лароной. Имя Дина Келлера, печально известного за побег Келлера, было на слуху у всех жителей ЮИ в начале 30 века. Изначально никто не знал, откуда вообще взялся этот Дин Келлер, но свой первый вклад в историю ЮИ он сделал при своем первом аресте в 12 лет. Тогда он пробрался в ангар, связал человека, работающего там, и проник на корабль. Дин пытался разобраться, как запустить ракету по воротам ангара, чтобы улететь с этой планеты. Это был первый арест Дина Келлера, за которым последовала еще длинная череда задержаний. Никто точно не знает, родился ли он на Лароне. Тогда он произвел на всех огромное впечатление, и это было только начало его жизненного пути. Ну и, наконец, мы с вами посетим четвертую планету этой системы, Банши-4. Это типичный ледяной гигант, расположившийся на окраине системы. В 27-м столетии компания «Концерт Синап» решила, что может использовать лед с этой планеты в качестве промышленного источника тяжелой воды. Эту воду планировалось использовать в горных работах на Лароне и прочих местах в Империи. Но план провалился, они так и не нашли способ извлекать большие глыбы льда, транспортировать его для дальнейшего использования в качестве тяжелой воды. В конечном итоге огромные расходы привели к банкротству этой компании. Ну что ж, это был краткий обзор системы Банши, которая на протяжении многих веков была неизвестна большинству простых жителей ЮИ. А теперь, чтобы посмотреть систему, вы можете отправиться в гавань Лароны, спуститься под землю и так далее. Если вы решите посетить систему, вам рекомендуется заранее проверить запасы топлива и состояние вашего корабля. И если ваше судно сломается в системе Банши, его транспортировка к месту ремонта может стать невыполнимой задачей. Спасибо за то, что исследовали Банши со мной. Старайтесь следить за всеми новостями, которые мы публикуем каждые две недели в рамках Путеводителя и Bug Smashers. Спасибо за просмотр. До скорой встречи. Thank you for watching. So if you want to keep up with the latest and greatest in Star Citizen and Squadron 42's development, please follow us on our social media channels. See you soon.